дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness Psychology, я его ведущий Кравцев Сергей, и хотелось бы ввести такую новую рубрику, может быть, она вам понравится, пишите внизу в комментариях, как вам. Суть рубрики в том, что я буду рассказывать различные медицинские истории, они будут как бы ни о чем и обо всем. Потому что, в первую очередь, когда я хотел создавать видеоблог, я хотел делиться теми впечатлениями, теми ощущениями, теми случаями из жизни медицинской практики, да, что происходит с врачом, как с человеком именно. Поэтому я не стал надевать, да, халат. Соответственно, хочу, чтобы вы начали видеть в врачах людей обычных, да, и знать, что они переживают, что с ними случается во время работы, какие случаи происходят, и что приходится, так скажем, чего приходится насмотреться, да, даже на практике. Итак, первая история, назовем ее «История у хирурга». В общем, пришла к нам бабушка, приехала из далекого-далека. И у нее, в общем-то, были жалобы изначально на то, что у нее болит палец. Большой палец у нее заболел. Тогда еще мы, в общем, молодые студенты, помогаем бабушке раздеться, соответственно, снять тулуп, на улице зима, а у нее валенок просто утрамбован, значит, бинт. Ну и, соответственно, мы с очень большим интересом вытаскивали все эти бинты, так скажем, с недоумением смотрит хирург, он начинает ее расспрашивать, в общем-то, голубушка, а у вас же вроде палец болит, почему так много бинтов? Она говорит, ну да, все дело в том, что палец-то у меня болел, но, в общем-то, я решила сама провести операцию, взяла и сняла ноготь с этого пальца. Мы ее продолжаем там раздевать, усаживать, снимаем этот валенок. А у нее вместо ногтя нет стопы. Просто отфигачена стопа. Вот нет стопы, полстопы нет. Так грубо очень отфигачена. Естественно, там уже гангрена. Естественно, там специфические запахи оттуда и так далее. И он говорит, голубушка, а где же вы к стопу-то потеряли, где? Она говорит, ну все правильно, я, говорит, ноготь сняла, у меня начало все чернеть, начало все болеть, ну я пошла в баню, говорит, и этот палец тяпкою оттяпала, а потом говорит, мне не помогло, говорит, что-то оно все опять болело и болело, а у меня, говорит, гуси, утки, мне надо ухаживать, мне, говорит, не до этого, я, говорит, пошла в баню, положила, говорит, топор там, другим обухом топора ударила сверху, и так она себе ногу целую и, ну не ногу, стопу она себе ампутировала. Сама, самостоятельно, представляете, без какой-либо анестезии, вообще это прям случай из реальной жизни. Ну, сказать, что пожилой хирург уже фактически на пенсии, был удивлен, ничего не сказать. Сказать, что мы были удивлены, в общем-то, ничего не сказать. Но история на этом не закончилась, дорогие друзья. Он говорит, ну как же, голубушка, у вас тут гангрена, говорит, надо резать срочно, надо удалять вам ногу, иначе вы просто умрете от заражения крови. Она говорит, ну как же, у меня, говорит, гуси, утки, я там без ноги-то буду. Он говорит, да какие гуси, утки? Мать, пожалей себя, себя пожалей и давай на операцию. Пишет ей все, в общем, на срочную операцию, направление и так далее. Она говорит, ну вот у меня тут вещи с собой, вот это вот пальто, которое мы достаточно долго с нее снимали, не знаю. Вы помните, кстати, как называются вот эти вот тулупчики, в которые бабушки ходят, вот эти вот старые советские, как их правильно обозвать? Напишите мне в комментариях, я не помню. Интересно. И, в общем, суть в чем? Суть в том, что она что делает? Она говорит, ну, милые мои сынки, дорогие дочки, мальчики и так далее, проводите меня, значит, вот, да, в палату, мои вещи отнесите, всякое такое, а я сейчас вот здесь в очереди посижу на рентген. Ей нужно было на рентген, на флюорографию точнее.
Вот, значит, мы ее оставляем там и несемся относить ее вещи. Ну, вроде как, ну, студенты понесли мы вещи, мы просто даже не подумали, что ее нельзя оставлять. Оказывается, она дошла до ближайшей, значит, скорой помощи. Как-то отыскала ту скорую помощь, которая ее туда привозила. Нашла другую скорую помощь, ее, в общем, там отправили, она еще ходила с этой стопой, за ней волочился этот бинт, нам рассказывали, из валенка, в общем, все на нее обращали внимание. И нашла она ту скорую, которая ехала к ней куда-то туда, в деревню. И уехала с этими фельдшерами, ничего им не сказав при этом. Сказала, хирург отпустил, мазь назначил, что-то еще. И, в общем-то, что с ней было дальше, никому неизвестно, но, сами понимаете, ничего хорошего. Такая вот трэш-история, дорогие друзья. Вторая трэш-история – это мотоциклисты. Ну и хотелось бы рассказать вообще, почему я против мотоциклов даже на том уровне, вот, думал, что вообще законодательно практически его вот запретить. Дело не в том, что мне или кому-то жалко, что вот так вот быстро, с ветерком и с удовольствием гоняют люди. Дело в том, что они очень часто поступают к нам в приемное отделение. В приемном отделении они, как правило, находятся уже по частям разобранные, и в лучшем случае удается их собрать. И вот был такой очень яркий случай. Правда, не совсем у меня, мне просто довелось лицезреть картину, так скажем, маслом готовую. А, в общем, в чем суть? Поступила девушка, молодая девочка. А, она еще жила какое-то время и потом покинула сей мир. В чем суть? Она ехала на мотоцикле, и они решили очень круто проехаться, прокатиться. Парень ее решил напугать и вот между двумя какими-то машинами проехать. Как говорили, в общем, ребята, которые, в общем-то, очевидцы этой аварии, их коллеги по мотоциклам. В общем, ехала две машины, он решил, в общем, видимо, вот проехаться между этих двух машин, что-то там не рассчитал, машина куда-то занесло. И отрезала ей нафиг ноги. Прям две ноги отрезала. Самое удивительное, что она очень долго жила. И ее можно было прям, ну, почти спасти. Но, к сожалению, там потеря крови и куча травм несовместимых все-таки с жизнью. Там, конечно, досталось не только ногам. Вот. А парень как-то так, он, в общем, то ли слетел с этого мотоцикла, опять же, вот говорю, не у меня случилось в практике, а я видел, ну, тело мы уже отвозили, мне рассказывали. Вот. Значит, он лишился части головы, вот, и умер-то, в общем-то, достаточно быстро. А вот сия девушка еще жила, и самое, что парадоксальное, девушка занималась бальными танцами. И вот это вот тело без ног балерины, это, конечно, что-то такое, знаете, за пределами уже вот, как вам сказать, какого-то символизма, что ли, или как это называется, магии, эзотерики, да, вот это вот безногая балерина, она снилась медсестрам там бесконечно, просто раз их, это очень сильно поразила молодая девушка, там, по-моему, 18 лет ей не было. И вот такая вот история приключилась. Поэтому, если у вас есть родственники, мотоциклисты, расскажите им эту историю и, в общем, уговорите их, может быть, они начнут заниматься чем-то менее опасным, шахматами, например. Ну, я не знаю, ну чем-то таким интересным, в общем-то. А не, соответственно, ну, может быть, мотоциклы, это, конечно, тоже интересно, но очень опасно. Поэтому я всех призываю не рисковать, дорогие друзья, не рисковать жизнью и не подвергать опасности ваших любимых. Не гоняйте на этих штуках. Еще один случай, который хотелось бы рассказать, когда мне упоминают о родителях. И когда я снимаю какой-нибудь видеоролик там про нарцисса, да, про психопатов, кто-то там пишет, ну, все равно вроде как должны быть родительские инстинкты соблюдаться.
Соответственно, должны все родители, все любят маму, все любят папу, или, по крайней мере, маму. И мама в интернете всегда это слово выставляется как бы как абсолютное значение добра и блага. К сожалению, оно не абсолютно. Хотелось бы верить, что есть такие родители, которые воспитывают своих детей, помогают им по жизни, да, или хотя бы не травмируют их психологически. Но, к сожалению, есть такие случаи, когда все, так скажем, наоборот. И в отделении неоднократно, и мне доводилось это видеть, в приемное отделение, и доводится видеть до сих пор моим коллегам, врачам, когда привозят детей, в том числе и с ножевыми ранениями, и с изнасилованиями. И у меня был случай, когда мама прямо воткнула в дочку ножик. Что-то там она ей мешала выпивать, в общем, какая-то пьянка была, еще что-то. Она в нее воткнула ножик, и ее там вместе с полицией и так далее привозили, все это дело освидетельствовали и всякое такое было. Были случаи изнасилования детей, подростков, правда, вот то, что к нам поступали, это только вот эти случаи, соответственно. В чем суть? Суть в том, что, ну, как бы вот они пьют, они находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения, и, соответственно, мать прямо отдает, продает свое чадо. На моей практике не было, нам поступали только несколько девочек, но у меня в практике, у коллег было, когда и мальчики поступали. В общем, таких детишек отдают, и, соответственно, они как бы, ну, в общем, подвергаются насилию, сексуальному контакту, вплоть их, точнее, ну, как бы против их воли, да, и, соответственно, такие вот вещи совершаются над ними, и, естественно, дело не в том, что родители их не только не защищают, потому что они пьяные, они их именно продают. То есть вот в моем случае мать намеренно продавала свою дочь вот этим собутыльникам. И как-то там кто-то случайно, соседи, не знаю, что-то услышали, вызвали полицию, крики. Если бы этого не произошло, возможно, все это дело бы продолжалось. Так что, дорогие друзья, когда я рассказываю по психологии все вот эти вот вещи, имейте в виду, что у любого типа личности в состоянии алкогольного опьянения наступает акцентированное состояние. Если он, ну, так скажем, способен совершать плохие вещи на трезвую голову, то на пьяную голову, скорее всего, все эти плохие вещи усугубятся многократно. Поэтому будьте осторожны с такими людьми, даже если они являются вашими родственниками. Ну и заключительный случай, раз пошла такая чернуха, чтобы вам как-то отвлечься, после этого снять стресс, такое немножко веселенькое. Привезли прямо на моей практике, в приемное отделение, привезли двух молодых людей, девушку и парня. Они, значит, зацепились пирсингом. Но не так это, конечно, круто. Я знаю, в интернете есть там рассказы о том, что цепляются половыми органами, когда на половых органах пирсинг. Они зацепились, в общем, ухо, она ему целовала ухо, и как-то там что-то там, в общем, сцепилось, не могли они сами расцепиться. Вот, ну, конечно, в сильном алкогольном опьянении были, может быть, даже в наркотическом. Честно, меня потом отвлек, кто-то куда-то отправил, не досмотрел я этот веселый случай, но весь прикол был в том, что из-за того, что они не могли расцепиться, как-то там это очень сильно все произошло, они, соответственно, были вот нагишом к нам приехали, и, в общем, ну, всякую дичь еще творили,
говорили. К слову о пирсинге, хотелось бы отметить, что вот такая вот непрактичная вещь очень часто у людей вызывает неприятную травматизацию. В том числе мне попадались многократно описанные случаи, когда люди за половые органы цепляются этим пирсингом, и мужчины цепляются, и женщины, и выдирают себе прям, ну, кусочечки из себя, так скажем. Ну, конечно, не вот куски шмотки огромные, но выдирают, бывает, и одеялом, еще за что-то там зацепились, вместе сцепились. Не всегда из разряда приезжает скорая и решает все безболезненно. Бывают, они вот уже приезжают, ну, вот с таким, так скажем, уже повреждением нехарактерным. Так что, дорогие друзья, будьте осторожны и делайте пирсинг в правильных местах. С вами был Medical Fitness Psychology. Если вам понравились трэш-истории от врача, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, чтобы я продолжал пугать вас страшными медицинскими страшилками. Дорогие друзья, с вами был Medical Fitness Psychology. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я жду вас на своих консультациях онлайн, а также в своем инстаграме. Да пребудет с вами здоровье!